Собаки – незаменимые помощники. Они используются для розыска преступников, поиска наркотиков, оружия, задержания вооруженных бандитов. Кинологические подразделения обыскивают местность, здания, сооружения, охраняют особо важные объекты. Кроме того, наличие сотрудника полиции со служебной собакой просто необходимо при проведении массовых мероприятий. Собака всегда учует наркотические или взрывчатые вещества, оружие. Взаимодействие сотрудника полиции и собаки – это сложный механизм. У каждого животного свой характер. Как правило, в эту профессию идут люди, способные ежесуточно находиться рядом с ними и порою, вопреки личным интересам, тратить время на прогулки, тренировки, выучку служебных собак, а также дарить им внимание и заботу. В Сочи несут службу 23 полицейских кинолога и 32 служебных собаки разных пород – спаниели, лабрадоры, немецкие овчарки. Новый кинологический центр открылся в Сочи зимой 2012 года. Он находится вдали от города, что позволяет собакам не отвлекаться во время занятий на посторонние шумы и запахи. Здесь же есть большая площадка с полосой препятствий. Все это дает положительные результаты. 8 четвероногих воспитанников, которые были отправлены для переподготовки в Ростов, получили одобрительные отзывы и без труда смогли сдать экзамены.